Здравствуйте, Миша. А что случилось? Ольга Николаевна, здравствуйте. А Лиза дома? Вы знаете, сколько время? Да, 12 вечера. Я просто позаниматься хотел. Миш, ну, мне кажется, поздновато для занятий. Вы приходите завтра. А что, Лиза уже спит? Думаю, что да. Жаль, я как-то не подумал. А ее разбудить никак нельзя? Думаю, что нет. Идите домой. Все. Ну, ладно, Ольга Николаевна. Слушайте, что вы кричите? Сейчас весь подъезд разбудите. Извините. Ну вот. Ой, привет. Привет, Лиз. Мы, наверное, слишком громко разговариваем. Не мы, а вы. Миша, идите домой. Мама. До свидания. Ну ладно, ладно. Я поговорю, ну раз уж я встала. Ой, спокойной ночи. Лиз, только недолго. Спокойной ночи, Ольга Николаевна. А что хотел? Да я позаниматься. Проходи. Лизка, может, это будет звучать глупо, но у меня безвыходное положение. Какое положение? Понимаешь, у меня вступительный экзамен завтра в медицинский институт. И мне готовиться надо, а дома как в метро утром. Что такое? Ну, послезавтра 9 дней со смерти дядушки. Так мама салат режет, папа ей помогает. В одной комнате дядя, в другой комнате тетя, в третьей троюродная сестра Лилька, которая еще больше всех кричит, а не осталось ли что-нибудь... В наследство. Да, большая у тебя квартира. Но, оказывается, большая понятие относительное. Так я что хотел сказать-то? Можно я у тебя ночью позанимаюсь, а? Почему у меня? Ну, Чижах не хотелось спросить, а Заботин, сама знаешь, далеко живет. Оставайся. Только с твоего позволения я посплю. Конечно, спи. Я очень тихо буду заниматься. Если пораньше закончишь, возьми вон там плед в шкафу. Хорошо, но это вряд ли, мне столько ботаники. Лизка. Лиз. Лизок. Лиз. Что-то случилось? Сколько времени? 3 часа ночи. Я просто закончил, и я пойду. Куда ты пойдешь в 3 часа ночи? На кладбище. Куда? Стой! Зачем? Я хочу попросить у дедушки прощения. Парасулька, я понимаю, что ты чувствуешь свою вину, но ты не виноват. Люди умирают, особенно пожилые. Ты лучше расскажи, чего ты на медицинский-то собираешься? Тебе интересно? Ну, конечно. Слушай, я хочу найти возможность увеличить жизнеспособность сердечной мышцы. Понимаешь, главной причиной острого инфаркта миокарда бывает тромбоз коронарной артерии в области атеросклеротической бляшки. Какой бляшки? Атеросклеротической. Тебе правда интересно? Очень. Так вот, у моего дедушки было то же самое. Понимаешь, при разрыве атеросклеротической бляшки тромбоциты прилипают к месту повреждения и образуется тромбоцитарная пробка, которая закрывает просвет в артерии. Из-за этого запаса кислорода клеткам остается всего лишь на 10 секунд. Но еще 30 минут сердечная мышца способна функционировать. Только потом уже возникают необратимые последствия. Если я найду средство излечения тромбоза, то инфарктов не будет.
Ты такой умный, Мишка. Ты обязательно поступишь. Ты еще Нобелевскую премию получишь. Я, Лизка, обязательно поступлю. А если мне дадут Нобелевскую премию, то я дедушке памятник поставлю. Чижов, привет. Привет, моя бывшая страсть. У меня к тебе очень важный разговор. Слушаю тебя, моя бывшая страсть. Прекрати клоунаду и послушай меня внимательно. Все. Ты прекрасно знаешь, что Миша передумал поступать на математический. Он хочет в медицину. Ну что ты слышал такое, что он собирается спасти человечество от болезни сердца? Ну так вот, у него сегодня предварительный экзамен. Угу. И что ты от меня хочешь, чтобы я подержал за него свои кулачки? Я могу, мои кулачки в твоем распоряжении. Я просто не хочу, чтобы с ним повторилась та же история. Чтобы он написал работу, написал ее хорошо, а ему поставили тройбан, только чтобы залезть к нему в карман. Нет, не устраивай. Если в одном институте взяли взятку, не значит, что повторится то же самое в другом. Я ему то же самое сказала, но все-таки. Лиз, ты чего от меня хочешь? У меня денег нет. Вон, блин, нету. Дим, ты ушлый парень. Придумай что-нибудь. Но Мишка второй раз такого не выдержит. Он сегодня, когда у меня ночью занимался, он был такой вдохновленный, такой решительный. А что это он такой вдохновленный и решительный у тебя ночью делал, а? Я говорю, занимался. Угу. Ну, раз занимался, значит, поступит. Тем более с тобой же занимался, значит, точно поступит. Дурак ты, Чижов. Ты лучше скажи, поможешь или нет? Ну, ладно, конечно, помогу. Пойдем на урок. Алло, Седой? Здорово, это Чиж. Слушай, это ты мне говорил, что лаборантом устроился в кардиологический? Ты? Очень хорошо. Слушай, у вас там какая-то сегодня замута абитуриентская. А можешь вопросики достать, а? Можешь? А, еще и ответики. Давай ответики. Вот так вот. Лиза, я ничего не поняла. Зоя Захаровна, я же говорю, Миша поступал на математический. Да. Он написал работу на пятерку, ему поставили тройку. Ну, я слышала, Борис Максимович что-то рассказывал. Ну, так вот, пришел его дедушка, дал взятку, и Миша снова переправили оценку с тройки на пятерку. После всего этого случилось то, что случилось. Сейчас, после смерти дедушки, Миша передумал поступать на математический. Он хочет в медицину, хочет заняться кардиологией, изобрести лекарство против инфаркта. Сегодня как раз там предварительный экзамен. Ну, я очень рада. Ребята, что вы от меня хотите, я не понимаю. Зоя Захаровна, я повторяю, если с Мишей на медицинском случится то, что с ним произошло на математическом факультете, он сломается, он и так не очень крепкий сейчас. Все, все, все. Вот теперь я все поняла. Все, только, Лиза, пожалуйста, не надо сгущать краски. Успокойся. Вас послушать, я не знаю, у вас каждый второй взяточник. Аня сейчас будет поступать в институт. Ты думаешь, я буду давать взятки? Да ни за что. Никогда и никому. Я просто поговорю с кем надо, и все. Зоя Захаровна, что? Ну так, может быть, вы поговорите с кем надо и по поводу Миши? Ну, Зоя Захаровна, вы прекрасный биолог, вы профессионал в своем деле, но неужели у вас нет каких-нибудь знакомых, которые могут помочь? Нет, ну, в общем, есть, конечно, но а куда он собирается? В медицинский имени Сеченова. Ага. Ну, давай сейчас я попробую. Но я не знаю, я ничего не обещаю. Получится, не получится. Сейчас, подожди. Вот. Сейчас. Алло. Алло. Петровна, привет. Это Зойка. Какая Зойка? Здрасте, какая Зойка? Зойка-прогульщица. Помнишь? А, Зойка. Ну, мы с тобой за одной партой сидели на гематологии. Я слышала, что ты этот проректор в медицинском, да? Да, и что? Да нет, я просто так звоню. У меня к тебе просьба. Понимаешь, мальчик придет
работу писать. Очень хороший мальчик, у него тут дед умер. Так ты, пожалуйста, будь к нему повнимательней. Хорошо. Как фамилия? Парасулька. Карасулька? Парасулька. Хорошо. Чем смогу, помогу. Извините, Зоя, у меня дела. Ну, давай. Петровна, спасибо тебе. Все, пока. Пока, пока. Парасульку. Какая Зойка. Ребят, вы Мишку не видели? Его на уроке не было. Нет, не видели. Я его на прошлой перемене в кафе видел. Он там так психанул, свалил, наверное. Подожди, я Антошку спрашивала, он из школы не выходил. Слушай, вот когда его найдешь, передай ему, пожалуйста, что никакие обстоятельства его поведение не оправдают. Березкина вся ходит и дергается до сих пор. Ребят, все очень серьезно. У него через полтора часа экзамен. Ну, Лизочка, ну мы ничем помочь не можем. Пойдем, Саша. Кирилл, ты Мишку не видел? Не, не устраивай. Дай полтинник. Нет у меня полтинник. Где он может быть, а? Черная лестница. Вот ты где. Знаешь, Лизка, никогда не кури. Потому что я вот несколько дней курю и никак бросить не могу. А вот так вот ты пробовал? Интересный метод. Ты вот что здесь расселся? У тебя экзамен через полтора часа. А я вот сижу и думаю, дурак я все-таки. Ты не дурак, ты человек с принципами. Ха, это одно и то же. Из чего я решил, что меня возьмут в этот медицинский? Пошли вот как с математики. Но только но одно есть. Какое еще но? Дедушки больше нет, и я в этом виноват. Послушай, меня Михаил Парасулька. Мы с тобой на эту тему уже разговаривали. Ты ни в чем не виноват. Сейчас твоя задача пойти, написать работу и поступить. Бесполезно. Бесполезно сидеть здесь, курить всякую дрянь. Видел бы тебя сейчас твой дед. Слушай, не устрою. Может, ты отвалишь от меня, пожалуйста, а? Я тебя не отвалю. Ты сидишь и ноешь здесь, как тряпка последняя, вместо того, чтобы пойти и сделать. Не устроила. Отдай, пожалуйста, мне мои сигареты. Я тебе ничего не отдам. Вставай и пошли. Давай, давай, вставай. Ну где вы ходите, а? Я уже запарился вас ждать. А что это ты нас ждешь? Держи, Парасулька, и попробуй только не написать. А что это? Это вопросики к сегодняшнему экзамену. А вот тут вот ответики. Давай, давай, спрячь куда-нибудь. А? Не, мне этого не надо, Чиж. Что значит тебе не надо? Всем надо, а ему не надо. Гляньте на него. Давай, держи, Миш, и все бесплатно по старой дружбе, на.
Чиж, да не надо мне по старой дружбе. Я сам все напишу. Действительно, Дим, Мишка не нуждается в помощи. Давай, мы тебя здесь подождем. Подожди, Миш, тебе точно не надо? Так я пойду загоню кому-нибудь. Стоп, стоп, стоп. Не надо создавать Мише нездоровую конкуренцию. Мишка, мы в тебя верим. Ну, давайте. Давай, Мишка, мы тут все в тебя верим. Лизка, что-то я не понял. Ты же сама просила меня помочь. За что тебе очень благодарна. Спасибо, ты молодец. Это приятно. Сама не устроила, меня похвалила. Лизка, у меня есть 100 российских рублей, и я могу угостить тебя свежевыжатым лимонным соком. Нет, спасибо, не хочу. Пойдем лучше на скамеечке посидим, Мишку подождем. Пойдем. Привет. 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 Ну давай, колись, просулька, сколько? Ну? Да, чувствую, стоило воспользоваться шпаргалочками, да? 2, 3, сколько? 5. На следующей неделе можно подавать документ. Мишка, я тебя поздравляю. Спасибо. Молодец. Да, вот я сразу говорил неустроивай, что ты справишься без всяких дурацких шпаргалок. Я говорил. Ладно, ребят, пойдемте на урок, а? Да, я бы вот так вот не смог. Смог бы, если бы захотел. Там 40 вопросов было. Ого, и ты на все ответил. Да чего там отвечать-то, они все легкие. Но только если бы я готовился только по этому учебнику, я бы не прошел. Это еще почему, интересно? Я же говорил Зое Захаровне, он устаревший. Ты крут, Парасулька. А я вот тоже в медицинский пойду, там так легко. Доброе утро. Что за митинг? Так, по местам. Садитесь. Ну что, Миша, как наши успехи? Поступил, Зоя Захаровна. Поздравляю. Поздравляю. Молодец. Ну вот и я, старушка, на что-то сгодилась. То есть, Зоя Захаровна? То и есть. Лиза пришла, мы поговорили. Я куда надо позвонила, и все. А что с тобой, не устроила? Со мной все в порядке, Зоя Захаровна. Миша, подожди, а что? Что случилось? Что с тобой? Да, все в порядке, Зоя Захаровна. Просто я пойду в институт и заберу свою работу. А так все хорошо. Давайте, ребят. Представляю, как Мишка переживает. Он мне всегда таким слабым казался. Он сильный, но гордый. Он, когда о взятке узнал, отказался поступать в институт. Это не гордость, а гордыня. Вань, ты ошибаешься. Да нет, Лиз, сейчас все рулят знакомства и деньги. Я бы так не сказала. Да нет, Лиз, ты меня не поняла. Если хочешь чего-то добиться, почему бы не воспользоваться чьей-то помощью?
Я вот выступать буду сама. Миша, это вы позаниматься пришли? Нет, я уже поступил. Поздравляю. Ольга Николаевна, а Лиза, она... Ой, не кричите, не кричите. Сейчас позову. Позову. Лиза! Лиз! Привет. Лизка, слушай, тут, короче, такая история. Я пришел в институт забирать свою работу. Меня спрашивают, вы кто? Я говорю, я Барасулька. Говорят, зачем вам ваша работа? Я говорю, я поступил по блату и хочу забрать свою работу. Они говорят, никакого блата у нас нет. Вы написали самую лучшую работу, и таких абитуриентов, как вы, мы не отпускаем. Что это значит? Это, Мишка, значит, что нужно учиться. Так учись. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Дедушка, извини, что разбудил. Ты пришел? Да, как видишь. Мы не успели поговорить толком. Вот я и подумал, почему бы нам не поговорить? Поговорим? Поговорим. Миша, ты себя не вини, ладно? Я же со своим сердцем 2 инфаркта пережил. А Бог, как видишь, Троицу любит. Дед, ну ты ведь из-за меня. Нет, Миша. Как на роду написано, так и случается. Но чтобы ты не терзался так, я тебя прощаю. Прощаешь? Да, внучек. Но я не за этим пришел. Я пришел сказать... Правильно ты решил насчет медицинского. Главное, это жизнь. Вот ты будешь ее спасать, когда понадобится. Дедушка, я... Ты спи, спи. У тебя еще много экзаменов впереди. А я пойду. Удачи тебе. Дедушка! Дедушка! О чем ты думаешь, скажи? Опять задачка не решается. Теорема наша жизнь, и не всегда мечты сбываются, мечты сбываются, и в мокрых пятнах чистый лист, сдана тетрадь, урок закончился, но уходя ты оглянись.